первая команда, хотя там очень доволен. Я объясняю еще раз. Это только первый раунд. Еще будет второй, еще будет третий. Вот, сейчас мы приглашаем команду рифмачей силобатонников. Капитан ее Александр Валерьев. У нас 4-минутное выступление планируется, и начнет Ярослава Широкова. Здравствуйте. Сыпи-ка. Божья коровка, улети на небо, там твои детки кушают конфетки. Всем по одной, а тебе ни одной. Детский фольклор. Просматривала толстая игла узоры надувного бергамота и верила, когда себя ткала, как город притворялся по субботам, безвидным, как святая Шамбала. И девочка, которая была приталенной дюймовочкой, снимает обветренную груду полотна, ладонями на лампу наступает, ей не по вкусу пыльная луна. Смущаясь безоружностью грозы, как божью коровку садит прямо на самую верхушку стрекозы. Лети на небко, маленькая мама, и раздавай конфеты, как призы. Глаза к седьмому небу подними, там дети снов опробовали свежих. У них такие сладости в крови. Ты, мамочка, не бойся сладкоежек. Пожалуйста, меня удочери. Воровато проспав, я ломлюсь в половину себя. Дует спелой зимой, в этом крае все люди как совы. Заостренный рукав превращается по февралям в невесомость. Проводив Рождество до моста, забываю маршрут и уже не спешу, по короткому время длиннее. Дети знают не все, и поэтому ласково лгут, как умеют. Ты знаешь, такое утро, когда ни тебе, ни мне, от холода поминутно копаем углы в огне. И все бельевые тучи, растущие в водосток, нашли для себя, как лучше сворачивать на восток, как пульс оголяет горло своей кровяной рукой, мурашки вшивают в поры, а ты еще кто такой? Да книги коптят на полках таких населенных стен, и кажется, что надолго, а кажется, насовсем. И заключающая буревестник. Внутри слеповатых стен, истоптанный будто Крым, ты изредка метишь в пель и мокрый лакаешь дым. Научишь шестой предел, в рифейских колеблешься на воде, в рифейской волне бензин, где сахар хрустит на дне. Он горький, но не Максим. Спасибо большое.